Приветствую вас, дорогие мои умные. Спасибо вам огромное за ваше внимание к моим видеороликам. Я надеюсь, что и дальше мы с вами продолжим наше обоюдовыгодное общение. Сейчас хочу представить вам гороскоп на все сферы жизни на июнь 2017 года. Расклад называется «12 домов гороскопа». Может, этот прогноз хоть чем-то кому-то поможет, либо советом, либо предупреждением. Но напоминаю вам, дорогие мои, конечно, этот прогноз имеет общий характер. Учитывайте, пожалуйста, это. И еще хочу сделать небольшое объявление. Я отказывала желающим на индивидуальное гадание, так как я новичок в Ютубе. Очень много у меня времени уходило на освоение технической части. Сейчас, наконец-то, мой цейтнот заканчивается. И я смогу начать принимать после 20 мая от вас заказы на индивидуальные прогнозы. Если вы решите заказать себе прогноз на 12 домов гороскопа на июнь или больший срок, пишите мне на почту. Ее адрес указан внизу под видеороликом. Итак, приступим к расшифровке нашего прогноза на июнь 2017 года. Расклад получился у вас, дорогие умные, разносторонний. Сказалось, наверное, ваше настроение в мае. Прогноз не показывает каких-то особых тревог и потрясений. А на мой взгляд, вообще, что-то каждая сфера вашей жизни живет как-то сама по себе. Тесной связи между ними я вот не наблюдаю. Ну, ладно, давайте пройдемся по каждому дому. Может, я ошибаюсь, и связь это есть. Итак, первый дом. Дом вашего настроения и поступков. Выпала карта «Колесо фортуны». Она нам говорит о переменчивости и цикличности вашего настроения, а также и ваших действий. То вам весело, то вам грустно, то вы готовы в бой и развиваете бешеную скорость в делах своих. Например, вот как в 11-м доме у нас выпал рыцарь мечей. То притормаживаете в 8-м доме у нас с вами. Видите, семерочка чаш. То впадаете в апатию, тоску, например, в сфере общения по четверке чаш. Ладно, смотрим дальше. Второй дом. Дом ваших денег. Выпала карта рыцарь чаш. По этой карте у нас идут встречи, переговоры по поводу денег. Возможно, получение денежек. Или, по крайней мере, пообещают выдать вам денежки. Для кого-то это поступление, предложение подзаработать. Или начальство вас попросит о дружеской услуге. Выполнить, например, дополнительную какую-то работу. Ну и, конечно, обещая заплатить. Заплатить, кстати, могут. Ладно, смотрим, что у нас дальше. Третий дом. Дом общения, коротких поездок, документов, переписки. Здесь выпала четверка чаш. Я говорила уже вам раньше о переменчивости вашего настроения. Так вот, сфера общения как раз в июне подвержена, ну, некоторой замкнутости. Карта говорит, что нет у вас особого желания ехать куда-то, общаться с кем-то. Ехать я имею в виду короткие поездки. Вот, учитывая такой настрой, вы можете легко упустить шанс заработать. То есть отказаться, например, от предложения рыцаря чаш, который у нас в доме ваших денег. Или не сделать какие-то дела повседневные, домашние. Не выполнить обязательства. Это тоже чревато. Поэтому, пожалуйста, контролируйте свое настроение. Следующий у нас дом, четвертый дом. Дом семьи, вашего жилья. Выпала двойка чаш. Ну, эта сфера у вас самая комфортная в июне. Если и были какие-то разногласия, они должны исчезнуть. Гармония в отношениях.
гармония в доме. Возможно, предложение руки и сердца для кого-то. Карта также может говорить и о приезде гостей издалека. Видите, у нас в сфере дальних друзей выпала карта дороги. Не исключена и ваша поездка с кем-то, но далеко. Кто-то может в июне заключить предварительное соглашение по покупке или аренде жилья. А учитывая намек карты из восьмого дома, дома чужих денег, сделка может быть за счет чужих средств. Но об этом мы поговорим попозже. Следующий у нас пятый дом. Дом любви, детей, увлечений. Вот у нас пятый дом. А вот, кстати, про любовь. Я здесь сильно эту сферу не расписываю, потому что у меня в дальнейшем будет отдельный ролик на любовные отношения. Итак, пойдем дальше. Карта «Король мечей» меня, конечно, смущает немножко. Ну, в плане личных отношений тех, кто в паре. Ведь в семье по раскладу у вас все нормально. Двоечка чаш. Нормально и спокойно. Может, карта «Короля мечей» просто подчеркивает, что в ваших отношениях полная ясность, взаимность и справедливость. Для тех, кто свободен, есть вероятность знакомства с умным, образованным, проницательным человеком, который, ну, не боится брать на себя любую ответственность, но и предпочитает контролировать ситуацию и отношения. Скорее всего, он занимается интеллектуальным трудом. Так, еще король мечей может показывать ваше увлечение какой-то интеллектуальной деятельностью в июне месяце. Что касается отношений с детьми, я бы сказала, что они скорее строгие, но справедливые. Следующий, шестой дом. Дом обязательств, повседневных и домашних ваших дел. Выпала карта восьмерка жезлов. Карта немного неоднозначная. Она может говорить о некотором зависании ваших дел, пробуксовывании. То есть вы взяли на себя какие-то обязательства, но пока выполнить их не можете. Подчеркиваю слово «пока». Либо другая ситуация. Неожиданно навалилось много дел и обязательств. И их надо срочно сделать. Судя по картам расклада, скорее всего, это и то, и другое. Так как, вот, например, в доме общения и поездок коротких у вас апатия, тоска. Вот вы и поднакопили дела, а к концу месяца кинулись все это делать. И восьмерочка жезлов в шестом доме, она и показывает быстроту ваших действий. То есть все в срочном порядке надо решать. Хотела бы еще добавить по пятому дому, что здесь король мечей может означать вас самих. Он показывает, что в июне месяце вы будете очень ответственно подходить к воспитанию детей. А в отношении с партнером всегда будете держать руку на пульсе. То есть контролировать ситуацию, да и самого партнера тоже. Ну ладно, пойдем в седьмой дом. Ой, в седьмом доме нам выпала просто роскошная карта императрица. Это дом у нас партнерских отношений. Она подтверждает нам, что в партнерских отношениях у нас все должно быть без напряжения. Ни у тех, кто в паре, ни у свободных он. Если они с кем-то познакомятся в июне. Карта императрица может указывать на изменение отношений, но только в сторону усиления любви, взаимопонимания и укрепления союза. Здесь у нас все нормально. Идем в следующий дом, восьмой дом. Семерочка чаш. Дом чужих денег.
Я уже говорила раньше, что двойка чаш в доме семьи и жилья может показывать заключение сделки на покупку жилья. Вот в таком случае карта семерка чаш указывает, что в июне вы будете находиться в состоянии выбора. За счет каких источников купить это жилье? Кредит банка, займ у знакомых, родных, друзей или на работе? Будет очень трудно принять это решение. Вы будете бояться ошибиться. Есть еще один нюанс. В доме работы и карьеры у нас выпала карта правосудия. Это может говорить о напряженности в этой сфере. Поэтому возможно, что ситуация выбора в доме чужих денег связана с выбором, где взять денег, чтобы рассчитаться с долгами или с текущими какими-то обязательствами. Кстати, я уже отметила ранее, что в шестом доме у вас могут возникнуть проблемы по выполнению обязательств, в том числе и финансовых. Следующий у нас дом, девятый дом, дом дальних поездок, дальних друзей, связи с иностранцами. Здесь у нас выпала шестерка мечей. Для кого-то карта предвещает дальнюю поездку, но не всем. Кто-то из овнов будет только надеяться на это, планировать или вспоминать о какой-то очень приятной поездке. Карта может говорить и о прощании с кем-то, расставании. Возможно, кто-то из друзей ваших уезжает далеко, в том числе и за границу. А может, вы разорвали контакты с кем-то из дальних друзей, в том числе и из соцсетей. Учитывая ваш настрой в доме друзей по рыцарю мечей, расставание было жестким и, думаю, что окончательным. Ну ладно, смотрим, что у нас дальше. Десятый дом. Дом карьеры и работы. Выпала карта правосудия. Ну, кое-что я уже сказала по этой сфере, когда описывала восьмой дом. Дом чужих денег. Добавлю к этому еще. Карта правосудия может говорить не только о напряженности, но и выплате долгов на работе. Не исключено и с помощью адвоката или судебного разбирательства. Также карта советует вам, дорогие овны, соблюдать на работе установленные правила. Не нарываться. Возможно, в июне кому-то из овнов придется оформлять какие-то контракты, касающие вашей работы. Или решать запутанные вопросы, связанные с вашими рабочими обязанностями. Оформлять какие-то документы или их восстанавливать. А может, к вам на работу заявится и проверочка. Все может быть. 11-й дом. Дом друзей, единомышленников, поддержки. Выпала карта рыцарь мечей. По поводу друзей. Может, в июне случится конфликт. Может случиться расставание. И, возможно, навсегда. И все это имеет эффект неожиданности. Рыцарь мечей может описывать ваше резкое поведение с друзьями. Даже где-то агрессивное. Но также и о решительности и напоре при отстаивании своей правоты. Возможна ситуация, когда наоборот за вас заступится человек с такой характеристикой. Ладно, идем в следующий дом. 12-й. Дом уединения тайн. Король чаш выпал. Карта может говорить о тайном служебном романе. Императрица отчасти подтверждает эту любовную связь. Кроме того, не исключена скрываемая от других помощь. Возможно, это связано с работой или с деньгами.
Карта иногда показывает, что вы что-то скрываете от какого-то человека. Или сами скрываетесь, избегаете встреч с ним. А может, даже вам пришлось сбежать от этого человека далеко. Шестерка мечей у нас в девятом доме. А может, вы кому-то тайно помогаете? Все возможно. Вот такой прогноз у меня получился, дорогие омны. На этом я с вами прощаюсь. Еще раз напоминаю, что данный прогноз является общим. Не забывайте об этом. Всего вам доброго, счастья, любви вам и до новых встреч!